Ребят, смотрите заказ, 200 рублей доплата, пока не знаю за что. Сейчас сниму, как будет поездка проходить. Отменяется доплата, конечно, заманчиво, но 5,3 года и один взрослый. Возьмете, ехать недалеко, в соседний же. Не, спасибо, не возьму. Зашел в клиентское приложение посмотреть, сколько стоит детский тариф, а он вот на этой поездке стоит на 25 рублей дороже. То есть я усматриваю в этом какой-то умысел. Либо обман, либо проверка, либо что-то другое. Ну типа, а зачем человеку переплачивать 200 в соседний комплекс, когда можно переплатить 25 рублей и все, и заказать детский тариф?